Должна быть где-то здесь. Где-то здесь. Ну вот мы опять встретились лицом к лицу, Консуэла Грубер. Малыш мой дорогой, похоже, у тебя здесь воспалилось. У тебя никогда не воспалялось. Придется чем-нибудь помазать. Вчера ночью это крыса была или кошка? Все, хватит. Да, я посмотрю. Это была безобидная кошечка. Подожди, девочка, ну-ка иди сюда. Куда это ты идешь с бутербродами? Я в твоей комнате телевизор смотрю, понимаешь? Захотела есть и решила взять бутерброды. Нет, это нет, дорогая. Очень хорошо, можешь есть что хочешь, но не в моей кровати. Мне не нравятся крошки. Муравьи еще заведутся. Нет, ешь где хочешь, только не в моей кровати. Садись сюда. Я уже ухожу на работу. Постой, дорогая. Что, мама? Куда ты идешь? Успокойся, мама. Я на работу, но чтобы подать заявление об уходе. Так что не волнуйся. Пока. До свидания, мама. До свидания. Да хранит тебя Бог. Береги себя. Да хранит тебя Бог, дорогая. Хорошо. А я, значит, ничего, пустое место. Меня, значит, целовать не нужно, да? Ну, хорошо. Хорошо. Заладил, как попугай. Что с тобой? Что случилось? Ты что, не голодна? Почему ты ничего не ешь? Я нехорошо себя чувствую. Ничего себе. Что это значит, дорогая? Теперь я в самом деле ничего не понимаю. А твои бутерброды? Знаешь, мне что-то есть расхотелось. Здесь никто есть не хочет. Вы еще слишком малы, моя дорогая, чтобы водить меня за нос. Так что ты сейчас съешь все. Это ветчину, сыр, оба бутерброда. Понятно? Боже мой. Нет, еще один день. И не говорите мне. Еще один день. А я ничего. Этот парень был такой грустный, да? Но как он смотрел на меня. Такой далекий. Он смотрел на меня, а был не со мной. С той другой. Он другой достался. Хоть бы мне такой достался. Принц из мечты. Такой красивый. Нежный. Достался бы мне такой. Доброе утро, как дела? Как ты, дорогая? Надеюсь, у тебя все хорошо. А как же еще? Мне рядом с тобой всегда хорошо. А сегодня ночью где ты был? Ну, я думал о тебе. Я всегда с тобой. Ты был не один? Моя дорогая, что случилось? Я был совершенно один. Что с тобой, Элиана? Ничего, Рауль. Хочешь есть? Нет, дорогая, но я к вам присоединюсь. Привет, семья. Здравствуй, папа. Я так люблю, когда все мои племянницы собираются вместе. Так и должно быть. А где Эльвира? Она еще не встала. Ты ошибаешься, Меренсиана, я уже проснулась. Я наконец-то проснулась. Сеньора, принести диетический сыр? Если его собака не съела, принеси. Нет, не съела, сейчас принесу. Как ты, Федерико? Должно быть замечательно. С чего ты взяла? Чувствую. Уверенно. Tu
Ты единственный, у кого были причины сказать Амару. Эстрелия, это ты позвонила ему по телефону. Эстрелия, это была ты. Нет, это не была я. И я почти уверена, что это ты Амару позвонила. Конечно, ты ему рассказала, и таким образом тебе достается Рикардо. Ну все, хватит, хватит, прошу вас. Любимый, разве ты не понимаешь? Из-за нее Амар чуть не убил тебя. Ну, конечно, я только сейчас это понял. Ведь ты этому не веришь, правда, дорогой? Ты ведь знаешь, я бы не могла причинить тебе зло. Да? Ну все, хватит, хватит. Хорошо? Но, Рикардо, я не способна на такое, клянусь, чтобы подвергнуть опасности твою жизнь. Она не хотела, чтобы мы встречались, устроила избиение из ревности. Оставь меня! Минутку, минутку, минутку. Ну хватит, хватит, перестаньте. Прошу вас, мы ничего не решим, если будем спорить. Это не суд. Эстрелия, Роксана, ведите себя прилично. Кто бы это ни сделал, это самый отвратительный человек на земле. Но клянусь, я узнаю, кто это. Значит, это был кто-то из вас двоих. Я узнаю, кто, но только не нужно больше ругаться и драться. Вы меня с ума сведете. Да? Значит, мы двое. А это не могла быть твоя подружка? Твоя новая игрушка, это не могла разве быть твоя Габриэла Грубер? Ну, подожди, подожди. Знаете, мне жаль вас разочаровывать, но я так низко пасть не могу. А чтобы не было никаких сомнений, я принесла вот это. Мое заявление об уходе. Предпочитаю уйти, прежде чем унижусь настолько, чтобы драться из-за мужчины. Вот мое заявление, ради которого я и вернулась сюда. Подожди, Габриэла, я прошу тебя. Не нужно понимать, что все это превратно. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Наоборот, ты главная жертва всего происходящего. Знаете, я не глухая и не настолько глупа, чтобы ругаться ради такого бесноватого, как вы. Мне очень жаль, что так случилось. Но больше всего мне жаль вас всех. Так что прощайте. До свидания. Подожди, Габриэла, Габриэла. Посмотрите на эту тихоню. Что она себе вообразила? Это просто выходка этой девчонки, чтобы привлечь внимание Рикардо. Меня она не убедила и не тронула. Да замолчите вы обе! Ну, Эстрелия, теперь я уверена, что это была ты. И Рикардо это обязательно выяснит.